Следующая тема Нибиру. Сергей задает вопрос. Алексей, видел ли ты инопланетян? Видел. Вопрос от Дениса. Когда-то вы говорили о Немезиде, которая не появилась в обещанное время. Теперь Нибиру, которой тоже нет. Зачем вы предоставляете такую информацию? За что покупаю, то и продаю. Если все об этом говорят, если все меня об этом спрашивают, ну я всем говорю, я как хохол, пока не помацаю, не поверю. Летописи об этом говорят, ученые об этом говорят, интернет этим дышит, но я сам не видел. Вопрос от Виталия. Здравия, Видогор. Если планета Нибиру находится в инфракрасном свете, не значит ли это, что она относится к планетам темных миров? Ну, Мара, она угасающий бурый карлик, а Нибиру это планета. Просто она отражает этот свет этого Солнца. По идее, когда подлетит сюда, то она будет отражать лучи нашего Солнца, как Луна отражает. Но это все же зависит от параллельного мира. То есть сейчас мы в такой действительности находимся, что ее рядом не видно. Где-то она уже пролетела, где-то она находится здесь, в каких-то мирах воздействует. Но вот в этом слое ее пока нету. Может быть, через несколько лет подлетит. Вопрос от Антона Алексеевича. Здравствуйте. С течением времени у меня возник очень необычный вопрос. Рептилоиды Анунаки, они же, по-моему, Кощеи, то есть сущности, которые правят нами на протяжении ночи Сварга. Как так сложилось, что все-таки им удалось одержать победу над нашими предками? И если все-таки есть наши боги-предки, которые приходили гласить знания бытия, то придут ли они к нам на помощь в раннем утреннем рассвете? Все демоны – это бравые солдаты Бога. Все демоны исполняют волю наших богов. Все это делается ради нашего блага. И если они сюда допущены, на эту планету, только ради нашего блага. Придет время. Потому что в каждом из нас есть яйцехори, которая содержит информацию обо всех демонах. И наша задача разархивировать как божественную информацию, так и демоническую. И если бы демоны не создали тут благоприятных условий для демонического раскрытия, то где бы мы это раскрывали все? Так что они, наши учителя, дают нам возможность разархивировать демонический опыт, чтобы научиться их контролировать. Если мы не научимся контролировать, какие из нас боги? А если не будет условий раскрытия, то где мы его-то будем раскрывать? Поэтому боги допускают демонов сюда. Они на нас работают.